Вопрос такой, а как побороть страх семейной жизни? Это лень. Для женщины страх семейной жизни – это лень. Как побороть лень? Трудом. Нужно заботиться, начинать женщине обо всех. Лень, вы любите заботиться? Заботиться любите? Да, вроде да. Ну вот, надо заботиться. И страх семейной жизни для женщины – это лень. Просто лень. Ей не хочется заботиться, потому что для женщины семейная жизнь – это аскеза. Она чувствует рожать аскеза, там, мужу готовить аскеза, там, стирать, убирать. Это все аскеза. И страх семейной жизни означает вот это страх этой аскезы. И плюс еще страх перед мужчиной. Потому что мужчины, они все какие-то грубые такие. Тяжело с ними вообще. Со всеми мужчинами. Они грубые такие, ничего не соображают. Доказывать им надо 50 раз объяснять все, до них туго доходит. То есть природа такая, мужчина упертая, и страшно, как вот с таким человеком. Женщине сказал два слова, она все поняла. А мужику попробуй так вот сразу докажи. И все это страх вызывает такое, когда страх, то нужны просто старшие в этом случае. Поэтому на Востоке женщин всегда выдавали замуж. Когда старший говорит, иди, хороший человек, то женщине легче, она думает, все, иду. Что старшим я доверяю, они знают, как есть, и женщина идет замуж. Нужно старше, чтобы кто-то вас посватал, отдал замуж.